सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समायुक्तम बिंदावनम मनोहरम वांछाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवम् वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगद्वरुण धेयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पुनतपाल भवद्दीपोथम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विश्वरजितकमपि कववधूष्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजान लंबित भुजो कनकावदत् संकीर्तनय कवितरो कमलायताक्ष विशांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषी त्वाम भागम नारायणो प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Сандарджа кама кути сакала жану самалладни чанда коутир ватсалья матти коутир тидаса питу пинам коутир оударжа сари гамбирджа аммади коутир мадири мони шудакшира маддико са гаура девах са жият пранаяраса паде дорситас чарджапати Сандарджа кама кути Сакаладжана самалладана чанда коутир, батсалья матти коутир, тидаса питу пинам коутир, оударжа сари. Гамбирджа аммади коутир, мадхури мони, шудакхира маддхика коутир, са гаура деваха са жият, пранаяраса паде, дорситас чарджа кати. Гаудия Гоштхипати. Гаудия Гоштхипати. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада. Парамамса Джагадгуру сказал, в истории человеческого, в истории человечества такая милость, она никогда не была дана. Человечество даже не могло себе представить, что такой подарок, он возможен. Разве это возможно, получить такой подарок? Такова милость Гуранги Махапрабху. Гуранга Махапрабху – это не аватар. Он аватари. Сваямруп Бхагаван. Парат-Паракирешвар. Сваямруп Бхагаван. Все аватары, они исходят из Гуранги. И сейчас Гуранга сам, он явился, чтобы раздать эту абсолютную прему, которая является большой редкостью. Брахма, Шанкар, они все плачут, чтобы получить эту прему. Они не получают ее. Иногда они получают маленькую капельку. Рупа Госвами Пад пишет в Киртане. Рупа Госвами Пад пишет в киртане. Прекрасный киртан, если вы будете его петь, ваше сердце, оно просто разобьется. Мы окружены такими обстоятельствами, что мы не можем совершать харибаджан. Гуру Падпадма очень часто говорил, что в Каликал очень сложно найти настоящего гуру, садгуру, кто мог бы вам отдать свое сердце вам, кто бы не оставил себе ничего. Такой саду, он редок. Джагадананда Пандит пишет. Гуру Падпадма очень часто повторял эту шлоку Джагадананда Пандита. Он написал об этом в Према-Вивартхе. В Каликал, в настоящие дни, это большая редкость получить истинного гуру, найти истинного гуру, саду. Вот почему Махапрабху, он является в форме садгуру, чтобы раздать нам свою милость, это большая редкость. Такая большая редкость, что невозможно это даже объяснить. Во время Гуранга Махапрабху, Гуранга Махапрабху, он раздавал прему бесплатно. Он раздавал всем подряд. It's very rare.
большая редкость. Даже когда кто-то видел Гурангу издалека, он воспевал святые имена Харе Кришна, Харе Кришна, когда кто-то смотрел на него издалека, люди начинали плакать, просто посмотрев на Гурангу издалека. Они получали прему. Редкость. Это редкость. Сейчас мы этого не можем ожидать. Прабхудананда Сарасвати Пат, он поэтому пишет. Можно получить все артхи. Если ум, он сфокусирован на Гуранге, то можно обрести все. Если я привлекаюсь лотосным стопам Гуранги, если я чувствую вот это вот волнение, то, что редко для Брамы, для Шанкара, Гуранга Махапрабху его раздавал бесплатно. Гуранга Махапрабху не задумывался, кто у кого есть квалификация, ну, то есть кто квалифицирован, кто не квалифицирован, то есть он не дискриминировал. Он всех звал и всем раздавал прему. И даже те, у кого не было сосуда, куда положить расу, он давал и сосуд, и расу. Риши Муни, они совершают аскезы тысячи лет. Гуранга, он раздал Бхакти Расу. Это большая редкость. Какое имущество вы с собой принесли в этот мир? Ничего вы с собой не принесли. А что вы с собой возьмете? Ничего вы с собой не заберете. Я знаю, что это как своего рода философия для вас. Вы не понимаете, не осознаете это, не воспринимаете это за реальность. Вы просто думаете, ну да, да, все так говорят. Но чистые гуру вайшнавы, они это проживают, они чувствуют это. Вы можете забрать у них все, даже одежды, они не расстроятся. Они полностью отречены. На что дана человеческая жизнь? В чем смысл жизни? Если я не стремлюсь к лотосным стопам Бхагавана, если я не хочу обрести служение вечное, то на что нужна эта жизнь? Есть две руки, две ноги, мозг. Это тело нам дано для совершения Харибаджана. Уже много раз я об этом говорил. Вчера, позавчера я об этом говорил. Это тело, оно предназначено только для Харибаджана, не для чего-то другого. Если вы будете заниматься чем-то другим, вы можете все потерять. Тело дано, человеческое тело дано только для Харибаджана. Это подтверждают все шастры. Только Харинам Санкиртан. Сегодня вы не имеете вкуса к Харинаме, но однажды вы обретете вкус. Что Гуранга явился дать нам за бесплатно. Такая большая милость. Мы не можем себе этого представить. Бесконечная милость. Шлока, с которой я начал.
И он написал Прабхудананда Сарасвати Пад. Если вы посмотрите на Кришну, на Прабу, на Гурангу, такая красивая форма. Только если вы посмотрите на Кришну, вы потеряете все. Я на Харикатхе в Хинди прочитал эту шлоку. Зачем нужны эти глаза? И если я не могу видеть красоту Кришны, я должен ослепнуть. Я должен ослепнуть. Зачем нужно видеть что-то? Что я могу увидеть? Увидеть я могу мешки, наполненные испражнениями и мочой. Я ненавижу свое тело. Я ненавижу свое тело. Я сижу на вьясасане. Я постоянно ругаюсь на свое тело. Я его ненавижу. Почему я не могу совершать баджан, как положено? Мне нужно принимать прасад, мне нужно мыться. Если я немножко не допью воды, то здоровье ухудшается, то есть, как вчера произошло. Я ненавижу свое тело. Мне оно не нравится. Но приходится жить в нем, чтобы совершать служение. Нет других, выхода другого нет. Зачем нужны глаза? Они нужны для того, чтобы увидеть Бхагавана, Гуру Вайшнав, смотреть на них. Амбариш Махарадж, он так рассуждал. Он рассуждал таким образом. Все органы чувств, Амбариш Махарадж, ему удалось занять все органы чувств в Харибаджане. Все органы чувств. Руки, ноги. Руками он мыл храм. Ноги он использовал для того, чтобы ходить, совершать парикраму, обхождение храмов. Глаза он использовал для того, чтобы смотреть на божества. Таким образом, у него все органы чувств, они были заняты в Бхагават-севе. А это Амбариш Махарадж. Таким образом, он занял все свои органы чувств в Харибаджане. Прабхудананда Сарасвати Пад пишет, Гуранга Аватар — это большая редкость. Если вы когда-то увидите Бхагавана, вы больше ни на что не захотите смотреть. Вы видите повсюду мешки с испражнениями и мочой. Это таковы наши глаза. Наши глаза, они с дефектом. Они видят материальные вещи. В шастрах описывается это тело. Это мешок с испражнениями и с мочой. Прекрасная шлока. Что мне говорится? Это тело, это мешок с испражнениями, мочой, мясом, кровью. И вы, предположим, идете по улице, и внезапно вас сбивает машина. Я знаю такой случай. Один был человек, он изготавливал шкафы. 10-12 лет назад я с ним встретился, потому что он задешево продавал. И я посмотрела, у него лицо изменилось. И я спросила, что случилось. И он был молодой, 30-32 года. И он сказал, Махарадж, я стоял на дороге, и меня грузовик сбил. Я стоял в безопасном месте, я не посреди дороги стоял. И грузовик, он меня сбил. И почти что 6 или 8 месяцев я пролежал в кровати. И через год меня выпустили из больницы. Вот это
таково положение нашего тела. Сейчас я с вами разговариваю, а потом я могу умереть. Жизнь, она нестабильна. Вы совершаете самоубийство. Если вы не совершаете харибаджан, то вы совершаете самоубийство. Это своего рода самоубийство. Потому что вы несправедливы с самими собой. Поэтому харибаджан, он очень важен. Гуранга Махапрабху, он хотел сказать столько много вещей, но кто поймет их? И я тоже, я стесняюсь об этом говорить, потому что столько много секретных вещей он хотел нам поведать. Если вы только увидите Чайтанью Махапрабху, вы сойдете с ума. Но разве так возможно обладать такой сварупой? Гуранга Махапрабху, он дает Ананду, Рупа Госвами Пат, он пишет Бхакти Расамрита Сингху. Должны понять это слово. Ладани значит, что Бхагаван может дать счастье всем, кроме демонов. Гуру Вайшнава, они могут принести счастье всем. Если вы, посмотрев на чистых вайшнавов, не становитесь счастливы, то это означает, что вы полны оскорблений. Мы видели Гуру Махараджа, он не раздавал сладости, но все приходили к нему, предлагали поклоны, и они были так счастливы. Почему? Рупа Госвами Пад пишет Бхакти Расамрита Синдху. Причина в том, что Гуру Вайшнавы, Кришна пребывает в их сердцах, Принанам Сарва Джагатам. Они обладают таким могуществом подарить счастье всем и каждому. И почему? Почему, когда кто-то приходил к Гуру Махараджу, просто посмотреть на одного Вайшнава достаточно, чтобы стать счастливым? Только кто, ну, люди приходили, они даже не предупреждали. Они приходили, о, Махарадж, Дандават. И они становились счастливыми. Почему? Почему? Потому что Бхагаван пребывает в их сердцах, в сердцах Гуру Вайшнав, Принанам Сарва Джагатам. Сейчас подумайте о Гуранге. Он Нитя Нитянан. Сейчас подумайте о Гуранге. Гуранга — это четан всего четана. Он источник всего четана. Он изначальный нитья-васту, и он источник всего четана. Он нас благословляет, но мы не готовы принять эти благословения. И вот Махапрабху, он является в этом мире. Я забыл рассказать столько много вещей, столько много игр. Могу рассказать несколько игр, и потом я поговорю о тайных причинах, по которым Махапрабху является в этом мире. Шри Гуранга Махапрабху, я уже вам объяснил, что он с определенного момента он стал погружаться все глубже и глубже в баджан. И когда кто-то приходил, Прабху всегда приносил счастье всем.
уважал всем, всех. К нему приходили также такие уважаемые личности, как Брамананда Бхарати, и Мапрабху уважал их, но «О, ты моя Гурварга». Посмотрев на Бхагавана, все становятся счастливыми. Бог Луны, когда палящее солнце уходит, восходит луна и дует приятный ветерок, и я наслаждаюсь, потому что я в настроении наслаждающего. И также лунный свет послезавтра будет Пурнима. И свет луны, он обладает таким смягчающим эффектом, успокаивающим эффектом. И Чандрама, Бог Луны, ответственен за Амриту. Все зерновые, ну, то есть все культуры, они, то есть вот то, что у вас вы получаете, рис там или пшеница и так далее, какие-то травы медицинские, все растет не только благодаря солнечному свету, но также и лунному свету. Вы должны помнить, что, чем занимается Бог Луны. Ватсалья Мапрабу, он проявляет любовь к своим преданным. Если вы поместите с одной стороны миллиарды матерей, то есть их любовь вы сложите и поместите ее. Если вы сложите любовь миллиардов матерей, их любовь не сравнится с любовью Гуранги Мапрабу. Его великодушие. Люди, великодушные люди, они не могут сравниваться с Махапрабху. То есть, если вы сложите миллиарды людей, очень добросердечных, великодушных, то вы не можете сравнить их великодушие вместе взятое с великодушием Махапрабху. Когда Махапрабху, он выражал свою любовь, это все было нечто экстраординарное. Мы не можем сравнивать Махапрабху ни с кем, он Бхагаван. И он украшен бесконечным множеством качеств. И Ватсалья, она бесконечна в нем. Также он обладает Гамбири. Махапрабху, он Гамбир. Гамбирия означает, ну, такой серьезный, консервативный. Сердце Мапрабху преисполнено Амриты, и он ее раздает. Это его сердце. Нам следует понять, по какой причине Мапрабху является в этом мире. Я не хочу обсуждать столько много тайных игр Мапрабху, вот эти все бавы, которые Мапрабху он проявил, то есть вы не поймете этого, если я буду о них рассказывать, я стану сахаджи. Но, тем не менее, я могу прикоснуться к этим играм, то есть затронуть их. Шри Чайтанья Махапрабху, он жил в Гамбира Мандире, просто как обычный человек, как обычный преданный. Поднимался рано с утра, ходил в туалет, на омовение, прям как обычные люди. Ходил на океан, принять омовение, он читал Анник,
как обычный человек, обычный преданный. И однажды Гуранга Махапрабху, он не поднялся рано с утра, и Говинда, он испугался, а что с Махапрабху, почему он не поднялся сегодня так рано? И тогда Говинда, он стал звать Махапрабху, Махапрабху поднялся, и Махапрабху, он почувствовал себя, ну, то есть побеспокоили его. Махапрабху, он в Манджари-Бхаве, то есть он был во Вриндаване, он сказал, почему ты меня побеспокоил? Я во Вриндаване приготавливал гирлянду для Кришны и Рады. Иногда Махапрабху являл Рада-Бхаву, иногда Манджари-Бхаву, Саки-Бхаву. Иногда был, вел себя как обычный преданный. В общем, Махапрабху, он немножко его обеспокоил, Говинда, побеспокоил. Я был в Кунджи, я приготавливал гирлянду для Рады Кришны. Вот постоянно такие вот лилы он совершал. И постепенно Махапрабху углубился в баджан, и он все меньше и меньше общался с кем-то, обсуждал что-то. И Махапрабху отправился однажды совершать соча-карму, ну, в общем, в туалет. На санскрите и бенгали мы называем это соча-карма. Это вот чистое слово соча-карма. Это означает сходить там в туалет, в душ. Махапрабху, вот он такие лилы совершал. Махапрабху это Бхагаван, но эти лилы описаны. Махапрабху, он ниткой себе перевязал язык, и таким образом он отправился в туалет. И Гопал Гуру Госвами это ученик Вакрешвара Пандиты. И вы знаете, Кашимишра Бхаван, это вот было там, если я правильно понял. В общем, вот этот мальчик, его звали Гопалом. Гопал сказал, Прабу, а что это у тебя тут на языке? У тебя веревка, нитка там какая-то. Смотри, мой язык, он без остановки повторяет святые имена, мне же нужно в туалет сходить. Вот почему я его завязал, потому что он мне не подчиняется. И тогда Гопал, он засмеялся, о, Прабу, ну ты же можешь воспевать имена, когда тебе пожелается. Почему ты связал свой язык? И Махапрабху, когда услышал это, он очень обрадовался, он взял мальчика и сказал, ты мне дал очень хороший совет. Действительно это так, нам можно воспевать в любое время, во время еды, во время сна, приема пищи. Святые имена можно повторять в любое время и при любых обстоятельствах. Когда вы идете в туалет, не останавливайтесь, повторяйте святые имена. Если вы перестанете повторять святые имена, если вы умрете, вы не получите Кришну. Вам нужно привыкнуть повторять имена Кришны постоянно. Когда вы идете на рынок, когда вы идете куда-то, отправляетесь в магазин что-то купить, к доктору, куда бы вы ни пошли, вы воспеваете всегда имена на работе. Даже если вы в офисе, вы в уме повторяете всегда имена. Ну, то есть внешне вы можете заниматься работой, а в уме повторяете имена. Таков приказ Махапрабху. Махапрабху, он говорил об этом. Махапрабху нас учит, и поэтому он являет такие лилы. Мы можем повторять Харинам постоянно на рынке, в туалете, во время сна, во время еды. Нету никаких ограничений для того, чтобы повторять эти имена. Читать Бхагаватам можно не всегда, то есть там есть ограничения, но
Харинам можно повторять всегда и при любых обстоятельствах. Даже шудры и даже те, кто едят собак, они могут повторять Харинам. Если они хотят его повторять, они могут это делать. Один Харинам, он не может быть даже приравнен к крору Ашвамедаяги. Ашвамедаяги, она выполнялась в Трета-югу, в Сатья-югу. Сейчас в Кали-югу это невозможно. Если вы приравняете результат проведения одного крора Ашвамедаяги к результату, который вы получаете, произнеся Харинам, то вы можете попасть в ад, потому что Ашвамедаяги это ничто в сравнении с Кришнанамом. Сейчас вы не верите в это. Вам нужно возвыситься до этого уровня. Я буду продолжать вам об этом говорить, но вы не верите в это. И однажды вы дойдете до такого уровня. Таким образом, Махапрабху объявлял вот эти игры разные замечательные лилы. Махапрабху, прям как обычный преданный, один мальчик был, и он постоянно приходил к Прабху каждый день, маленький мальчик. И вот он прям без Махапрабху жить не мог, он приходил постоянно. И мальчик там жил где-то неподалеку от Гамбира Мандиры, и каждый день он приходил к Гуранги. Кто ему этому научил, неизвестно. В общем, не повстречавшись с Махапрабху, он не мог жить спокойно. В общем, он приходил к Махапрабху, Махапрабху ему тоже выражал свою любовь, они разговаривали. То он приходил каждый день. Но Дамодар Пандит, не Дамодар Пандит, не Сварупа Дамодар, Дамодар Пандит. В общем, Дамодар Пандит, он жил с Гурангой, и он разозлился однажды, и Дамодар Пандит, он сказал так серьезно Махапрабху. Дамодар Пандит сказал так: «О, Гусай, Гусай, ты станешь известен во всем мире очень быстренько». Дамодар Пандит сказал такие слова Махапрабху: «Смотрите, очень скоро твое имя станет известным, потому что ты любишь этого маленького мальчика». И Махапрабху, он спросил: «А что ты имеешь в виду, Дамодар?» «Я имею в виду, почему бы тебе не задуматься, что этот, когда приходит этот мальчик, это представляет для тебя опасность. Махапрабху — это Бхагаван, будьте осторожны». И Дамодар Пандит, он сказал Махапрабху, потому что он любил Махапрабху. А Махапрабху, он любил маленького мальчика. Дамодар Пандит сказал: «Почему бы тебе не... Почему ты не размышляешь таким образом? У мальчика есть мать молодая, она вдова. Мальчика мать молодая. Если мальчик будет к тебе постоянно приходить и с тобой разговаривать, то люди начнут сплетничать о тебе, что ты связан как-то с вдовой. Кто-то может начать сплетничать: «О, саньяси такой хороший, но он... И почему бы тебе об этом не... Почему ты не задумаешься об этом?» И тогда Махапрабху, он не то что... Он не разозлился, а он, наоборот, обрадовался. Это лила. Может майя повлиять на Бхагавана? Я вам объяснил, что значит Ишвара. Кто такой Парамешвар? Тот является Парамешваром. Майя исходит из него. Как она может на него повлиять? Как майя может... Майя не может даже выйти перед ним, предстать. Майя стоит всегда позади, я вам уже сказал об этом.
вот видение Вьясадева Госвами. Он увидел Бхагавана, и позади Бхагавана стояла Майя с опущенной головой. Вьясадева Госвами увидел Бхагавана, Бхагавата Сварупу, а позади стояла Майя с опущенной головой. Она не могла выйти, предстать перед Бхагаваном. И вот эта Майя, она влияет на все дживы. Дживы, они как будто какие-то пьяницы, они ведут себя как пьяницы, они напиваются. И один известный писатель Южной Индии, он так описал дживы, что они опьянены майей. И в Бхагаватам написано, что чистые преданные парамамсы, они у них према. И они даже не осознают, есть ли на них одежды или, не, или они нуды, голые. Майя Деви нас снабжает расой. Майя Деви нам постоянно поставляет расу через глаза, через уши, через язык. И вот мы, после того, как мы испиваем этой расы материальной, мы ведем себя как пьяницы. Мы забываем, что это наша абсолютная... что Харибаджан — это то, чем мы должны заниматься. И после того, как Мапрабу услышал слова Дамодар Пандита, он обрадовался очень сильно. И он сказал: «Дамодар, среди моих спутников ты самый великий, ты самый нейтральный, ты указал мне на вот эту вещь. Люди могут посчитать, что это моя какая-то ошибка. Ты мне указал на это. Поэтому я тебя отправлю в Навадвипу к моей матери, потому что ты находишься занимаешь нейтральную позицию». И вот Дамодар, его в итоге отправили в Навадвипу, чтобы он заботился о Сачимате. А Вишнуприя, она не выходила из комнаты, она постоянно была внутри. Махапрабху таким образом он хотел нас научить. А просто слушать лилы, это... Ну, то есть недостаточно этого. Вы не можете во всем разобраться. То есть почему Мапрабу наказал что-то Харидаса, а Говинде он сказал: «Сегодня ты меня спас, потому что я хотел обнять женщину, которая пела песню. Я не знал, кто ее пел, я саньяси, я хотел обнять певца, а ты мне помог, то есть защитил мой саньяс». И будь постоянно... на чеку, постоянно присматривай за мной, Мапрабу так сказал Говинде. И вот это вот. Еще один момент. В храме Джаганнатха там была очень пожилая женщина. И она вскарабкалась на плечи Мапрабу, чтобы посмотреть на Джаганнатха. И тогда Сварупа Госвами сказал ей: «Слезай». А Мапрабу сказал: «Не отвлекай ее, не беспокой. Пусть она смотрит на Джаганнатха. Пусть она на него смотрит до полного своего удовлетворения. Потому что я не обладаю таким настроением. Она жаждет посмотреть на Джаганнатха».
Махапрабху сказал, она смотрит на Джаганната, и она полностью поглощена в этом настроении. Это описывается. Махапрабху сказал, вот эта пожилая женщина, она смотрела на Джаганната, она была полностью поглощена в даршином. Она даже не осознавала, что она на плечах у Махапрабху. У нее не было об этом информации. Я сказал Махапрабху, я хочу достичь такого настроения, развить вот эту вот жажду. Когда я обрету вот ее настроение, тогда я это будет успех моей жизни. Махапрабху, он не разговаривал с Матаджами. Когда Матаджи, они приходили в Нилачалдам на Чатурмасию. Сита Деви, Малинима, все Матаджи, все жены вайшнав, они приходили. Махапрабху, он ни с кем не разговаривал, но Махапрабху всех любил и уважал, но на расстоянии, так описано. Написано в Чайтанья Чаритамрите об этом. Все Матаджи, они смотрели на Махапрабху издалека. Вот был один преданный, который готовил сладости. Его звали Парамешвара. Кондитер. Махапрабху, когда был маленьким, он постоянно к нему уходил и просил у него сладости. Дай мне сандеш, дай мне сладкий этот шарик. Махапрабху был маленьким мальчиком, любил сладости. Он ходил иногда к Парамешвари и просил у него сладости. Сандеш, расагул и так далее. И вот этот Парамешвар, он в определенный год, преданные, они приходили каждый год. Я не в хронологическом порядке рассказываю. Вот в один из годов Парамешвара, он пришел со сладостями сухими. Сухие сладости, они длятся где-то около месяца, они могут срок годности у них. В общем, Парамешвара, он пришел. В тот год Парамешвара, он отправился встретиться с Прабху. Он помнил Прабху маленьким мальчиком голым. А сейчас я узнал, что это Бхагаван, а я помню его маленьким мальчиком голым. Я хочу посмотреть на него, как он поживает. То есть после того, как Прабху принял саньясу, Парамешвара больше не мог с ним видеться. В общем, Парамешвара, он пришел в Нилачалдам с женой вместе. И после чего, то есть он прибыл в Нилачалдам, и вот преданные они приходили, заходили в Гамбиру, предлагали поклоны, Махапрабху всех обнимал. Такова природа Махапрабху. Махапрабху обнимал преданных. И его любовь, она настолько трогательна. Растапливает сердце. И я сам могу сказать, ту любовь, которую я получил от Гуру Махараджа, я не могу ни с кем ее сравнить. Мой отец меня так не любил, он меня бил постоянно, и мать моя тоже. Но любовь, которую я получила у Гуру Махараджа, я никогда ее не забуду. Он меня брал на колени, гладил меня. У меня нет никакого имущества. Это мое единственное имущество. И я пытаюсь продолжать жить, вот, вспоминая об этом. И вот таким образом я совершаю Гуру Севу. Парамешвара. Он пришел к Махапрабху и сказал, «О, Прабху, я Парамешвара». То есть он
назвал свое имя, а Парамешвара. И когда он сказал, моя жена тоже пришла, он обычный человек, простой, он не знает этикета. И вот он сказал, моя жена тоже пришла, и тогда Махапрабху сразу опустил голову. И вот это вот поведение изумительное Махапрабху. Просто слушая лилы Гуранги Махапрабху, вы можете их неправильно понять, поэтому... Просто слушать недостаточно. И вот завтра мы обсудим причину, по которой Махапрабху явился в этом мире, скрытую причину, и обсудим лилы самые возвышенные. Мы ограничены нашим телом. Я женщина, я мужчина. Я из Бразилии, я из другой страны. То есть это все телесные представления. Но если нам получится избавиться от этих представлений, освободиться, Махапрабху сказал, это... это не вы, то есть тело — это не вы. Что является наивысшим благом? Према. Према — это такое общее понятие. То есть мадурия, према — это нечто самое наивозвышенное. Кришна, он может обнять, целовать. Это не сказки. Гопу Кумар, он когда зашел на Галоку, и он когда оставил тело, его тело, оно тоже чин мой, но в любом случае... И Кришна в тот момент, он возвращался с лугов, полей, с коровами. То есть он провел весь день на полях, и вот он возвращался, играя на флейте, и вот он... И коровы тоже, они прыгали, Кришна играл на флейте. Кришна Баларам были покрыты пылью, и волосы кучерявые. Были вот в Харикатхе на хинди, я прочитала эту шлоку. Самое возвышенное благо, которое, ну, то есть это удача, большая удача этих глаз, это увидеть Кришну, увидеть Гуру Вайшнава Бхагавана. А иначе ни о каком, никаком успехе не может идти речь. Вот когда Гопу Кумар зашел на Галоку, Кришна его увидел издалека и побежал по направлению к нему. И он его сразу же обнял и спросил, почему ты так поздно? Я тебя так долго ждал. Кришна сказал, почему так поздно, друг мой? Почему ты пришел так поздно? Кришна ждет... все дживатмы. Кришна ждет всех дживатм. Кришна хочет увидеть все дживатмы на Галоке Вриндавана. Он хочет с ними, со всеми встретиться. Но мы этого не чувствуем. Мы себя чувствуем хорошо. Нам нормально. Гурупад Падма, он давал, приводил такой пример. У одного богатого человека, то есть у него было очень много земельных участков, у него был сын, который выпивал, и он одевался очень так в изысканные одежды. И вот он один раз напился и свалился в, как это называется, дрейн, где канализацию. Ну, то есть открытая канализация. И отец, он отправил слугу на поиски сына. И в итоге слуга нашел сына, что он вот лежал в этих в канализационных каналах.
И тогда слуга стал его пытаться поднять. «Поднимайся, Бабу, не трогай меня, мне здесь хорошо». Но он был пьяным. Слуга хотел вытащить его из канализации, так как он упал туда. А сын сказал: «Не трогай меня, у меня все в порядке». Поэтому и также мы, нам тоже все, у нас тоже все хорошо. Мы там в квартире живем, ну, там моя квартира в Бразилии или в Америке, все. Но наш дом, он вечный дом, он там, в духовном мире. Здесь мы иностранцы, мы сюда пришли с визой, с паспортом. Для нас это за граница. Для всех джив это не родная страна. Вам нужно покинуть это место. Дживы этого не понимают. То, где мы сейчас живем, это для нас не родина. Нам нужно оставить это место. Но мы поглощены в это наслаждение материальное. Махапрабху, мы забываем об этом постоянно. У меня есть духовный брат, очень старший, это старший преданный, ему 80-85, он уже оставил тело от Нискинчин Мараш. Он иногда, он говорил мне: «О, Мараш, когда ты говоришь Харикатху, они слушают как буффало. Если вы перед буффало задуете в рог, то они просто скажут: о-о-о-о», то есть, ну, как бы ничего больше, то есть нет никакого сознания, то есть можно говорить столько много харикатхи, как дуть в рог и буффало, то есть, ну, им как бы не холодно, не жарко. Махапрабху, он сказал: это вот наша я не русский, не американец, не бразильянец. Думать так — это большая ошибка. Это постарайтесь избавиться от этого представления. Это не наша личность. То есть мы не вот это все. Махапрабху сказал, что мы слуги Кришны. Собаки, коты, олени, все дживы. Даже амебы. Одноклеточные сознания. Одна клетка, одна джива. Все они слуги Кришны. Я могу вам дать один пример. Если возьмете небольшой кусочек дерево и подожги, ну, то есть польете на него керосином и зажгете его, то тогда этот кусок дерева, он загорится. Но дерево, оно, огонь, он ограничен этим кусочком дерева. Но если вы подожгете огромный кусок бревно, тогда огонь, он распространится на все это бревно, то есть больше огня будет. Поэтому, когда дживатма входит в тело слона, она становится, ну, большим слоном. Когда она входит в амебу, в одну клетку, то она вот маленькая. Может войти в тело тигра и станет свирепым животным. Если входит в тело мужчины, становится мужчиной, женщиной, женщиной. Вы не мужчина, не женщина, и вам нужно открыть это для себя. В материальном мире нужно соблюдать какие-то правила, это нормально, но
в итоге вам нужно понять, что вы ни мужчина, ни женщина, ни браман, ни кшатра, ни вайшья. То есть я слуга лотосных стоп Кришны, но вы не можете этого понять. Представьте, что вот есть пара, муж и жена, и они оставляют тело, и тогда две дживатмы, они выходят из их тел. Когда атма выходит из тела, вы не можете понять, кто мужчина, кто женщина. Вы можете понять разницу, потому что вы, таким образом вы не можете увидеть атма. Когда мужчина и женщина, муж и жена, они умирают, атмы их, они выходят из тела. Я могу их всех перемешать и спросить вас, а кто был муж, кто был женой? Вы не сможете ответить, потому что там нет линги, нету признаков. Чинмой атма описывается в Веданте. Это как частичка света. Не думайте, что это частичка света. Это она дживатна подобна частичке света. Свет существует, и он материален, но вы не можете его потрогать. Но тем не менее он существует. Так же, как и ум. Вы видите ваш ум? Вы не видите его. Это невозможно. Но вы можете его увидеть. Ум существует, но вы не можете его увидеть. Это тонкое тело. И вот есть тонкое тело, грубое тело. И вот если мы увидим две атмы перед собой, у них нет линги, нет тела, то есть непонятно, кто мужчина был, кто женщина. И когда вот эти атмы, они войдут в другие тела, тогда вы можете понять, это будет мужчина, женщина или самка, самец, тигр, лошадь. Но до этого невозможно разобраться. То есть, когда дживатма входит в тело лошади, вы понимаете, а, это лошадь. Но, тем не менее, люди отождествляют себя с этими телами. В общем, атма в Веданте сравнивается с частичкой света. Она подобна частичке света, она не частичка света. Качественно мы можем сказать, что дживатма, она как частичка света. Она не свет, не частичка света, она как, она подобна. Я уже сказал, что атма обладает четырьмя качествами естественными. Естественными это означает естественными для атмы. В данный момент вы обусловленные души. Сейчас ваша природа, она не вечная. Какой бы вы природой сейчас ни обладали, это не вечная природа. Бхактивинода Тхакур дает пример. В нормальных условиях вода, она жидкая. H2O. Она бесцветная, прозрачная, но когда та же самая вода, она помещается под температуру ниже нуля, что происходит? Она замораживается, становится твердой. Я могу взять этот лед и разбить вам голову. То есть сейчас вода была, она была жидкой, и качество воды — это быть жидкой. Но сейчас она находится под температурой ниже нуля, поэтому вода стала твердой. Бхактивинода Тхакур объясняет, это не естественное качество воды, то есть это анормальное что-то. Это неестественно для воды быть твердой. Подобным образом, то есть то, что вы сейчас проявляете, то есть вашу природу, ум, это временное.
Ваша натура в следующей жизни, она может поменяться. Натура, ваша природа, она зависит от общения. Когда вы совершаете общение в уме или физически, то вы меняете свою природу. 10 лет назад вы обладали другой природой, и сейчас также ваша природа, она видоизменяется. И по истечении 20 лет у вас будет другая природа, и когда вы будете оставлять тело, вы тоже увидите, что природа изменилась. И когда вы примете другое тело, вы увидите, что она более стала, вдруг поменялась. Зависит все от обстоятельств, от моих предыдущих самскар. И вот то, что видно в человеке, это его временная природа, внешняя природа. Но Махапрабху хотел нам объяснить, что вы Кришнадас, то есть у вас нет других отождествлений, то есть вы слуга Кришны. И атма, она украшена 4 естественными качествами, то есть они изначальные качества, не качества временные. Атма, она чинмой. Первое качество – это чинмой. Атма – пракаш мой. В сердце пребывает атма, и поэтому вы можете двигаться, смотреть. Атма — это признак жизни. То есть вы подаете признаки жизни по причине того, что атма в вас. Это пракаш. Когда огонь горит, то мы получаем тепло и свет. Если нет света, и если я разведу огонь, я могу получить и тепло, и свет. Атма, она чин мой, пракаш мой, ананда мой. Чин мой, пракаш мой, ананда мой, и гьяна мой. 4 качества. Сейчас вы не знаете, вы сейчас не можете это осознать. То знание, что вы получаете, оно вас оставит после смерти. Но чинмой означает, что душа, она существует вечно. Она никогда не сможет быть уничтожена. То есть, если вы даже... мы... уйдем в историю на много миллиардов лет назад, то есть Кришна говорит, что я был, и ты был тоже. Смерти не существует. Смерть — это фальшивый термин. Смерть означает, что я прерываю связь с моим настоящим телом, телом, которым я обладаю на данный момент. Смысл слова «смерть» заключается в том, что я прерываю отношения со своим телом, с этим телом. Подобно тому, как я выкидываю старые одежды и покупаю новые одежды, таким же образом вы оставите это тело и примете новое тело. Почему бы вам не воспользоваться этим случаем, не воспользоваться этой возможностью? Почему вы хотите рисковать? Почему? Если выберете дорогу наслаждения, вам придется родиться опять. Почему вам не пожертвовать эту одну жизнь? Вы можете получить стопы Бхагавана и отправиться в духовный мир. А иначе вы будете рождаться. Тут, там нет никаких гарантий, в какой стране вы родитесь. Эта комната наполнена бесконечным множеством атм. Вы не видите их. Некоторые из них, они в ожидании рождения, а другие, они не смогут родиться, они привидения. Они должны, должны помочь в Гудру Вашнавы. Наша жизнь не должна быть бесцельной.
Атма, она Чинмой, Гьянмой, Анандамой, Пракашмой. Пракашмой означает, что ваше тело, оно функционирует благодаря Атме. Я вижу, что вы живы, потому что в вас Атма. Гьянамой это означает, что гьяна, она присуща Атме. Гьяна в вас, но вы ее не можете это осознать. Если вы будете совершать баджан совершенным образом, вы откроете эту гьяну. Анандамой также, дживатма. Ту ананду, что мы получаем в этом материальном мире, то есть она... Это материальная ананда. Когда мои глаза смотрят на что-то прекрасное, на цветок, на сад, на женщину, то я наслаждаюсь. Когда мои уши выходят на связь со звуком материальным, с песнями какими-то, то я наслаждаюсь. Когда мой язык, он входит в контакт с какой-то вкусной едой, то мы наслаждаемся. Но счастье и страдания — это фальшивые термины. Вам нужно освободиться от этого всего, выйти за пределы этого всего. Тогда получится понять учение Махапрабху. Почему Махапрабху, он стал прославлять Рай Рамананду? Рай Рамананда, он одевал молодых девушек, он помогал им танцевать, он мыл их, помогал им омовение примывать. А Чоту Харидаса он очень строго наказал, в то время как никто даже не знал, что же такого натворил Чоту Харидас. А Говинде Махапрабху сказал, ты им спас мою жизнь, когда Говиндас предупредил Махапрабху, что песню пела женщина, а Махапрабху хотел обнять певца. А в Джаганат-мандире, то есть Махапрабху ничего не сказал пожилой женщине, которая вскарабкалась ему на плечи. Все зависит от настроения. Махапрабху не видит разницы между мужчиной и женщиной, но так как он взял роль саньяси, то он то есть представил вот этот вот вопрос деликатный. Махапрабху, он не видит мужчину и женщину, но он был обязан установить вот этот вот момент, потому что это очень важный вопрос. Махапрабху — это Бхагаван, что он будет... Все исходит из него, и мужчины, женщины. Тем не менее, это очень деликатный вопрос. Поэтому Гуру Вайшнава, Бхагавана, они всегда нас предупреждают об этом. То есть это очень тема деликатная. В общем, когда вот эта пожилая женщина деревенская, она... Первый момент, она вот деревенская женщина, а потом второй момент, она пожилая женщина. И третий момент, она любила Джаганата, она жаждала увидеть его, Махапрабху, он милостивый, он не мог ее выбросить. Таким образом, Махапрабху показывает, дает важность атме. Махапрабху не дает важность телу. Тем не менее, как саньяси, как учитель, он нас обучает этому, иначе он не видит разницы. Махапрабху видит атму, он смотрит на ее природу. И Прабхупада также поступал. Когда кто-то к нему приходил, он смотрел на этого человека, и он сразу понимал природу его. Таково было могущество Прабхупада. Он мог только посмотреть и понять, что у вас в сердце, зачем вы пришли к нему. То есть он знал, кто, с кем, в каком настроении пришел, и занимал всех преданных в соответствии с их настроением. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж Прабхупад Падма Пранавананда Прамачари, он занимался всегда Ваней Севой. Начиная с самого начала и до последнего момента своей жизни он был занят в Ване Севой, а другие преданные, Прабхупада, например, их отправлял на служение в саду, в полях. Ашрам Махарадж, он был очень красив, он был похож на принца, у него такие широкие плечи были. Он был образованный, у него диплом был. И Прабхупада отправил его работать в поля. Занимайся вот пшеницей, рисом.
И вот Ашрам Махарадж, он таскал мешки с рисом. Прабхупада наблюдал, есть ли в нем ложное эго или нет. Он был образованным, то есть он, у него был диплом высшего образования. Но он спокойно носил эти мешки. И однажды судья какой-то важный или что-то в этом роде, он пришел с детьми, с женой, и он встретился с Ашрам Махарадж. Ашрам Махарадж, он был в гамчу одет всего лишь. И тогда судья спросил что-то, и он посмотрел на Ашрам Махараджа, и он почувствовал что-то. А, он работает в поле. Хорошо. Ашрам Махарадж, Буддаврит Прабу, начал давать харикатху на английском. Такая, у него английский такой хороший был. И тогда судья, он изумился. О, он такой образованный, а он занимается на полях здесь. Я думал, это просто какой-то рабочий. Но он так говорит прекрасно. И, в общем, Прабхупада узнал об этом все, что Буддаврит Брамачари на английском дал харикатху этому судье. И судья сразу, он прочувствовался, и он отправился потом к Прабхупаде. А Ашрам Махарадж, он потом получил севу в Мадрасе, он стал ответственным по храму. Прабхупада, он вот так проверял учеников, его, у него такая природа. И Бхагаван, он тоже будет нас проверять, есть ли в нас ложное эго или нет. Нам нужны деньги, красота или еще что-то. Ну, то есть Бхагаван сначала, он нас протестирует, проверит, и потом он примет решение, давать что-то нам или не давать.